Меня зовут Александра Свипаник, живу я в городе Тула, очень люблю животных. Столкнулась с такой проблемой, что придя в магазин, я просто не смогла подобрать что-то подходящее. Это мех, это ковролин, это веревки достаточно лохматые, потому что это мусор, потому что это некрасиво. Я все-таки приобрела комплекс небольшой для кошки, как-то вот он выделялся и не подходил, но и сломался на следующий день. Тут как раз возникла вот эта идея, не могу найти, значит, нужно создать. В данный момент у нас работает столярная мастерская, у нас есть мастерская в Туле, плюс у нас есть мастер по обработке деревьев для кошек, у нас есть швейная мастерская. Сначала смотрим состав, только после этого выбираем цвет. Все на водной основе, не имеет запаха. И почему это важно? Да потому что это важно для меня изначально. Да? Материалы мы действительно стараемся подбирать экологичные, приятные. А кому-то хочется более что-то стильное. Сейчас разные интерьеры. Мы стараемся поддерживать все стили. Мы всегда людям даем выбор. Что-то по оттенкам не нравится и так далее. Во-первых, они могут подобрать то, что они именно хотят. Меня зовут Эдуард. С недавних пор вот я владелец Мур-кафе, кота-кафе, первого и единственного в Туле. Все кошки у нас в Мур-кафе, они с приюта, из приюта любимец. Вот, рядом со мной находится фактически пентхаус для кошек, устойчивый. Мне это очень нравится, классно вписалось в интерьер, в мой, это точно. Да я думаю, что и в любой впишется. Мебель хорошая, мебель классная, мебель качественная, мебель на века. Если я это делаю, я за это отвечаю, да? И мне не стыдно предложить любой из своих товаров, которые я делаю. Это всегда очень важно, взаимоотношения с своим котом. Раз он дарит столько любви, то ты должен, просто обязан сделать для него что-то похожее.